7 апреля, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, свой профессиональный праздник отметит звонари. Ведь те, кто ударяет в компаны, это благовестники, так как звоном несут благую весть о Христе всему миру. Также традиционно для Екатеринбурга в этот день начнутся занятия в школе звонарей. Подробности у Надежды Калининой. Великий пост – это настоящее испытание, как для прихожан храма, священников, так и для звонаря. Ведь последнему нужно бороться не только со своими грехами и искушениями, но и со штормовым ветром, дождем и снегом. Во многих регионах России период Великого поста – это время ненастной погоды. Но именно на дни Святой Четыридесятницы часто попадает и праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. А в Екатеринбурге в день этого торжества начнется обучение тех, кто хочет нести благую весть, ударяя в колокол. Начиная с 7 апреля, будущие звонари будут оттачивать свое мастерство сначала в нашем учебном классе храма колокольни Большой Златоуст, а затем к моменту Пасхи уже смогут подняться ввысь и сначала не очень радовать, а потом очень сильно радовать слушателей своим колокольным звоном. Желающих обучаться в школе звонарей много, поэтому предпочтение отдадут тем, в ком остро нуждаются прихожане храмов, особенно отдаленных от центра епархии. Ведь роль звонаря важная. Так во время Великого поста этот человек настраивает прихожан на молитвенный лад. Колокольный звон отражает настрой богослужения и печаль церкви о страданиях Христа. Мы находимся под самым большим компаном на колокольне Большой Златоуст. Во время Великого поста он будет молчать. В него ударят только на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и на вход Господень в Иерусалим. А в остальные дни будут ударять в постовой колокол, который по размеру следует за большим благовестником. Также зазвонные или трельные колокольчики зазвучат только в субботу и в воскресенье. Все это и многое другое предстоит узнать будущим звонарям. Кроме того, самый главный предмет, ну, можно его назвать, если с музыкальной школой сравнивать, специальность, называется «Основа колокольного звона». Вот это самое большое количество часов, труд кропотливый, ну, как в любой деятельности. Если сам не будешь трудиться, то и результатов не будет. Также на заводе в Каменске-Уральском студентам покажут, как отливают колокола. А в завершении обучения будут экзамены, а самые лучшие смогут принять участие в фестивале «Благовествуй, земле Уральская».